Привет, любимая. Привет, милый. Как игра? Ники выбил 2 сингла и дабл. Был бы и трипл, но я споткнулся на 2-й базе. Вот поэтому я всегда твержу тебе. Сглаживай углы. Стэн, а почему Ники сидит не в своем кресле? Потому что он уже взрослый парень, а не маленький мальчик. Он едет впереди с папой. Нет. Я здесь, чтобы предложить тебе чудо. Церковь утверждает, что нашла способ воскрешения недавно умерших людей. Мы не наделяем людей бессмертием. Мы просто даем 2-й шанс. Много лет назад я причинил кое-кому просто невообразимую боль. Тот человек меня не простил. Я и сам себя не простил. Я хотел попросить маму пригласить тебя. Знаешь что, дружище, не стоит ее беспокоить, если захочет пригласить. Мы лишь стараемся жить в реалиях 21 века. Церковь нанимает бывших хакеров, которые займутся выискиванием моих грехов. И тебе доверили судить души людей? Прикол, да? Они считают, что возвращение людей к жизни обесценивает саму жизнь. Произошел инцидент. Один из рабочих на стройке начал сталкивать своих коллег со строящегося дома. 17 человек разбились насмерть. Это один из твоих прихожан. Ты был его наставником, Стэн? Я работаю в отделе по работе с воскресшими. Против меня ведется расследование? Конечно, нет. Церковь что-то скрывает? Что ты здесь делаешь, полиция? Держись подальше от моей семьи! Просто объясните мне, что все это значит. Если там что-то есть, я найду. Ты хакнула ФБР? Они следят за вами! Останови их! Они хотят, чтобы я молчал. Кто хочет, чтобы вы молчали? Они здесь. Увидев то, что видели мы, они скажут нам спасибо. Вы все будете нам благодарны. Люблю тебя, пап. А я тебя, сынок. В этом и есть суть чуда, не так? Нужно просто верить.